Уважаемые гости и подписчики канала, добрый день. Записываю новое видео, в котором хочу разобрать 4 инструмента. Начнем с биткоина. На дневном графике по биткоину я на текущий момент ожидаю торгового сигнала на покупку. И ближайший сигнал на покупку будет называться сигналом пересечения нулевой отметки по индикатору АО, который вот-вот произойдет и сформируется. То есть, по большому счету, когда мы увидим, что гистограмма АО пересечет линию нуля снизу вверх, и ценовой бар закроется в таком положении, что у нас будет гистограмма выше линии нуля, тогда у нас сформируется сигнал на покупку, и я буду с высокой вероятностью ставить отложку на покупку на пробитие сигнала, но он еще не сформирован. То есть, по большому счету, я сейчас наблюдаю за биткоином. Если сигнал подтвердится и сформируется, то тогда я буду покупать биткоин на среднесрочную перспективу. Пока что сигнала нет, точки входа и выхода я дать не могу никакие. Поэтому сейчас, наблюдая за биткоином, высока вероятность того, что мы пойдем вверх. Дальше хотел показать XRP USD, Ripple, и высказать свое мнение. На днях здесь был бар бычьего разворота на дневном таймфрейме, который мы видим спровоцировал цену на коррекционное движение вверх к линиям баланса. И по большому счету это хороший признак для Ripple. Однако, перейдя на 4-часовой таймфрейм, меня смущает следующая картина. Я вижу, что здесь еще нет 5 волн вниз. То есть, по большому счету, я вижу картину следующим образом. У нас была волна 1 здесь, волна 2. Но по большому счету не так. Одну секунду. У нас была волна 1, 2. Вот так вот. Потом у нас волна 3. И я вижу, что здесь еще не закончена волна 4 вверх. То есть здесь у нас есть волна А, Б, С, четвертая будет закончена в С, и тогда мы пойдем вниз. То есть, по большому счету, этот инструмент я пока что нахожусь вне рынка. Когда мы выполним эти условия, тогда я буду говорить о том, что этот рынок будет уже разворачиваться вверх. Но пока что вот эта вот ситуация меня смущает. Дальше два торговых инструмента, которые я хотел посмотреть. Их показали мне, скинули в чате мой ученик. Первый инструмент называется ONT BTC. Мне он понравился. Хочу показать этот график. Это дни. Мы видим, что на днях у нас был импульс вверх, коррекция. И сейчас мы находимся в статусе продолжения импульса после коррекции. Перейдя на 4 часа, здесь мне картина нравится больше, чем по Ripple. Здесь я вижу, что у нас есть впадины по АО, которые у нас не являются ниже предыдущих, самого низкого. Это есть хорошо. Далее я увидел, что у нас есть этот импульс на днях вверх. Это было похоже на волновой зигзаг ABC. Это у нас была волна А, Б, и сейчас мы в волне С. То есть, по большому счету, я думаю, мы будем дальше здесь расти. Ближайшие цели для этого инструмента у нас находятся. Я прошу прощения, я использую FIBA, а нам нужно FIBA расширение для определения точки входа. Мы берем, стягиваем до самого пика и до самой низкой коррекции. Мы видим, что первая цель для роста этого актива у нас находится вот здесь. 54-57. То есть, по большому счету, здесь есть где заработать. Я думаю, что можно покупать на пробое вот этого локального максимума на 4 часах со стопом на вот этом минимуме. Take. Можно поставить половину прибыли, закрыть на единице,
а закрыть полностью позицию, если мы дойдем до 1.61, то здесь можно фиксироваться полностью позицию. То есть я рекомендую обратить внимание на ОНТ, мне он симпатизирует. И последний инструмент, который я хотел показать, это OneBTC. Так сложились обстоятельства, что у нас эти криптовалюты находятся, котируются на Binance, но на текущий момент только по ним я вижу какие-то интересные ситуации, на которых можно заработать. OneBTC, я вижу здесь, что у нас на днях была такая длительная дивергенция на этом таймфрейме. Мы видим, что АО у нас растет, и в то же время цена у нас падала. Это первое. И второе, я вижу, что мы уже находимся выше линии индикатора аллигатор. АО у нас уже пересекло линию нуля вверх. У нас уже сформирован сигнал пересечения линии нуля, то есть по большому счету можно покупать над этим максимумом, вчерашним, вот здесь. Но я планирую дождаться фрактала на покупку и разместить покупку на его пробитии. То есть по большому счету нам нужно дождаться еще завтрашний день, который будет не превышать максимум 27 августа, тогда у нас будет сигнал на buy. Размещать буду покупку над ним, ограничение убытков на противоположном фрактале. И по умолчанию поставлю take profit в два раза больше, нежели у меня стоит от точки входа до точки выхода по стоп-лоссу. Вот этот ван. Ну и в принципе, можно войти, поставить уже покупку над максимумом вчерашним, у кого есть большое желание купить этот инструмент, но таким небольшим объемом, поскольку сигнал будет более надежный, если здесь образуется фрактал. Вот такие вот у меня мнения по крипторынку. Пишите в комментариях свое мнение, согласны ли вы с этим анализом. Также пишите в комментариях торговые инструменты, которые вас интересуют, точнее сигналы, инструменты, которые вас интересуют, и вы видите на них определенные перспективы для роста либо падения. Будем вместе смотреть, анализировать их и стараться заработать на этих движениях. На этом все. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео. Всем хорошего дня и хорошего настроения. До свидания.